Це не приватна територія. Ви добре, а ви пускаєте по перепусткам? Ні, не по перепусткам. Ну я можу відказати, в принципі, правильно? Можете відмовити мені в обслуговуванні? Звісно, якщо ви хазяєва, ми я хазяїн кафе, чому я можу відказати? Ага, тобто ви зі мною спілкуватися українською не будете? Ні, я плохо знаю українське, я не хочу себе строїти. Не хочете? Да. Угу. Тобто ви мені відмовляєте в обслуговуванні українською мовою, правильно? Мені все одно, якою мовою у вас була школа. Якщо чесно, ну типу, я спілкувалася ще адекватно до того моменту, коли ви говорите, що це приватна власність. Приватна власність, я не прийшла до вас додому. Я прийшла в заклад і спілкуюся разом з офіціантом, який спілкувався зі мною українською мовою, і тримаю меню вашого закладу, яке написано російською мовою. Вас це коробить? А? Вас це коробить? Закриваєтеся. Прям цю секунду закриваєтеся. Добре. Тобто ви просите мене вийти, тому що я попросила вас спілкуватися державною. Ми закриваємося все звідси. Добре, добре. Хто дав право на мене плювати за те, що я з вами спілкуюся? Прошу. Я теж спілкуюся, тобі хто дав право розказувати, на якому язикі мені общатися? Ви у Львові, будь ласка, спілкуйтесь на українській мові, дівчино. Ви у Львові, спілкуйтесь на українській. І вам ніхто не давав права на мене плювати. Сьогодні ви ставите відомою. Сьогодні ви ставите відомою. Ви розбивали мій телефон. Суді. У доктора на українській мові. А коли я віддихаю, я маю право на русском языке общатися. Ще раз. Вам ніхто не дає право плювати на мене. Вам ніхто не дає право плювати на мене. На капельну, сука. Я тебе покажу пацанов, которые без рук, без ног остались русскоязычные. У меня брат погиб, потому что, сука, тебя, такую, как ты, тварь, оскорбил. Поняла? Защищал. Да, добре. Добре, зараз ми все з'ясуємо. Зараз приїде все. Поліція, да, і ми з'ясуємо, яке я право. Ви маєте на мене плювати. Ти маєш право мене за мій язик мене оскорбляти і трогати. Плюється да. Жінка за то, що її... У мене третя група, я після зломаного позвоночника. Какое мені право, вона ко мені дотратиться? Я інвалід, у мене третя група. Ви б на мене плюнули, викинули мій телефон. Ну ладно, проходила реабілітацію. Бери телефон, бери телефон. Приветствую вас, друзья, не другие. Вот таких видео полно на просторах интернета и в украинских пабликах в том числе. Западенцы традиционно не желают общаться на русском языке со своими согражданами. Даже с теми, с кем, казалось бы, они совпадают идеологически. Ну, допустим, в отношении России и в отношении спецоперации. Большинство граждан Украины – это русские. Это люди, говорящие на русском языке, но с промытыми за 30 лет мозгами и настроенными очень в большинстве своем, ну не в большинстве своем, конечно, не в большинстве своем, но в значительной степени настроенными очень антироссийски, так скажем. Потому что они сами делают упор на то, что они как бы не против русских как таковых, а против России как вот страны. Хотя на самом деле вот вся эта лексика, вот, там нас называют расистами, орками, руснявые там что-то, москалитами и прочее. Вот, но вот это противоречие и этот антагонизм между западенцами и украинцами на самом деле, потому что, еще раз повторю, большинство украинцев – это русские. Не хочу употреблять термин традиционный в российской литературе «малорос», потому что в этом они видят что-то уничижительное. Но вот русские, скажем так. И мне кажется, что в информационных войнах нынешних вот этот аспект не прорабатывается пропагандистами. Я должен просто сказать, что я не вижу ни негативной коннотации в слове пропагандист. У меня по этому поводу даже была такая блиц-полемика в эфире с Маргаритой Симоньян, потому что она считает, что это слово, термин такой уничижительный. Я так не считаю. Можно просто в Википедии посмотреть, что такое пропаганда. Вот. А просто мне кажется, очень многие у нас люди, которые должны были бы заниматься пропагандой, в Википедию крайне редко заходят и не понимают резонов вот, борьбы в этом направлении, в том, в котором я начал, для того, чтобы люди,
которые живут в Украине, считают себя украинцами, они для себя хотя бы сделали вывод, что те, кто живет на Западной Украине, западенцы, их украинцами не считают. Знаете, для того, чтобы вот финишировать в первой части нашей беседы, которую я планировал, как бы, условно говоря, семейную, а получилось про работу, да. Я хотел бы все-таки, чтобы вы разъяснили, что вы понимаете под словом пропаганда, потому что вы вкладываете в это слово явно какой-то уничижительный смысл. То есть вы считаете, а вы-то нет. Я считаю, что пропаганда это... Вы знаете, это все равно, что вкладывается... уничижительный смысл в слово винтовка или там как бы оружие. Но... Пропаганда это оружие. Я как считаю, ну хорошо, если не считаете, что это ваше, я считаю, что это мое оружие. Просто здесь ведь все зависит от того, в чьих руках оружие, против кого оно направлено. Поэтому я хотел все-таки понять, как вы понимаете это слово. Что для вас, что для вас является негативной составляющей этого термина? Я... посмею себе предположить, что здесь вы, возможно, не правы. И, возможно, это ваше личное, угу, такое исключительное. Вопрос, и да. Вы тут в подавляющем меньшинстве, если вы считаете, что у слова «пропаганда» не больше отрицательного оттенка, чем слово «винтовка». Я не знаю ни одного человека, который по добру, по здорову, ну, кроме как с большой иронией или сарказмом, сказал бы: «Я занимаюсь пропагандой». И я знаю много людей, которые с удовольствием говорят: «Я умею обращаться с винтовкой, я военный, вот мое оружие, угу, винтовка». Пропаганда исторически за десятилетия напиталась отрицательными коннотациями и, безусловно, их несет в себе до сих пор. Пропаганда звучит как обвинение, и все люди, которые используют это слово, практически все люди, имеют его именно так в виду. Вот, вот если я ответила на ваш вопрос, хорошо, то я отвечу так. Во второй части беседы мы не будем говорить пропаганды, вообще, видимо, я постараюсь не говорить про работу. Ура! Скажите, пожалуйста, в Киеве вот с 1 сентября отменяют изучение русского языка в школах. Как вы к этому относитесь? Да не знаю, как мы относимся. О. Русский язык будешь учить? Нет. Чого? Не хочу. Усі не місцеві, тому усі будемо вчитися в школі онлайн, своїх, звісно. А откуда ви приїхали? Ми приїхали з міста Слов'янська Донецької області. І ви теж? Так, ми всі оттуда, і всі звідки. А да? Дома на каком языке вы говорите? Дома мы на русском общаемся, разговариваем, ну, стараемся учиться на украинской мове размовляти. Я размовляю на мове российской, але я не хочу її продвигати. А чого? Тому що мені подобається українська мова. В Києві от отменяють з 1 сентября изучение русского языка в школах. Как вы к этому относитесь? Положительно. Объясните. Ну, потому что в государственный язык у нас только украинский. Логично, что украинский язык должен быть и в школах преподаваться. А русский язык – это больше как пережиток Советского Союза. Я вважаю, що потрібно це сім'ї закладати українську мову і поширювати в маси. І оцей, те, що її якби повністю видаляють, викорінюють з нашої країни, я вважаю правильним. 1 сентября діти в школах уже не будуть учити русский язык. Як ви к этому относитесь? Ну, положительно, конечно. Ви самі откуда вообще? На каком языке разговариваете дома, в быту? Вообще на русском, но вот учу я просто сейчас не хочу немножко ломать, мне неудобно, а вообще стараюсь уже на украинском. Идти хотите полностью на украинский полностью, язык, да? Полностью. Вы всю жизнь на русском разговаривали? Да. Для вас это сейчас важно, да, перейти на украинский? Очень важно. А почему? Ну, потому что против... Хацапов, мы хотим их выгнать, вообще все перечеркнуть. Потому что мы думали, что они наши братья, сестры, а они получаются враги. Я против российской мовы в школах. Хоть я бабушка, у меня есть внуки, правнуки, и я не хотела бы, чтобы они изучали российскую мову. Как вы относитесь к тому, что в Киеве уже не будут с 1 сентября дети в школах учить русский язык? Нормально.
живем в Украине, должны говорить на украинской мове. Вы сами откуда и в жизни на каком языке дома разговариваете? На российский, но будем переходить на украинский. А почему вот для вас важно, да, перейти на украинский язык? Потому что это государство наше любимое. Для вас это принципиальным стало после 24 февраля? Да. А до этого всю жизнь на русском, да, разговаривали? Да. Я россиянка. А вы из России? Не, ну родилась в Украине, но родители из Сибири. Приходжу, що агресія пішла, ну, можливо, резон якийсь є. Однак, дивлячись інші мови теж, що воно як рахується іноземне, то я думаю, можливо, хай буде, залишиться. Ви на якому язикі вдома, в биту розмовляєте? Откуда ви взагалі? Херсон. Ну, ми спілкувалися на російській, тому що, як правило, більшість друзів, вони спілкуються на російській мові. Ну, зараз деякі друзі категорично вже не спілкуються на російській мові, вони спілкуються на українській, да? Фактично перейшли. Но вона такий суржик ламаний. В Києві от з 1 сентября вже відміняють російський язик в школах, діти не будуть учити. Як ви до цього відноситесь? Нормально. Об'ясніть. Ну, російський – це теж добре, я говорю на російському, але вчилась в українській школі, тому це дуже добре, що будуть знати свій рідний язик. А ви откуда взагалі? Николаєва. Да. На каком языке говорите? На каком языке говорите в дома, в быту вообще? На русском. На работе на украинском. Есть какая-то у вас принципиальная позиция по этому? Нету. Я не против ни русского, ни украинского. В Киеве не будут вивчати вже у школах діти російську мову. Як ви до цього відноситесь? Отлично. Зараз намагаємося частіше розмовляти з дитиною українською мовою, але з чоловіком розмовляємо російською, тому що так звикли, так були, ну, навчалися так. Ну, положительно. Я хочу, чтобы дети... Ну, мы и так дома общаемся на русском. Вот. Я хочу, чтобы они в школе изучали украинский язык и больше его знали. А вы откуда приехали? Не, я с Киева. Вы из Киева? Да, мы киевляне. Ставлюсь добре для цього. Тому що ми в Україні, ми повинні, наші діти повинні розмовляти українською мовою, не мовою агресора. А ви звідки? Взагалі, з Маріуполя. І я розмовляла українською мовою. Зараз я вчусь ще краще розмовляти українською мовою. Ми живемо в Україні, тому повинні розмовляти своєю мовою українською. З 8 класу я вже не вчу російську мову. Мені як-то я справляюся і на українському, можу перейти на українське, можу розмовляти на російському, мені це як-то без різниці. Зараз молодь розмовляє з більшості російською між собою, а так принаймні в школі повністю буде українською. Плохо. Ну, потому что большое количество населения разговаривает на русском языке. Что же, надо переучиваться? Я из Украины, но я только за украинскую мову. Нам российская не потребна. Сегодня будет несколько эмоциональное видео, потому что оно уже накипело, в самом деле. Хочу передать привет від Херсонської, Запорізької, Харківської, Киевской областей Западной Украины. Точнее, от всех тех, кто говорит на русском языке. Хочу выразить вам отдельную благодарность за ваше понимание, что сейчас ни время и ни место начать украинской мовы людей. Дякую вам за це. Также спасибо вам за то, что не накручиваете цены за жилье. Ведь вы же опять-таки с пониманием относитесь к тому, что мы приезжаем к вам не на отдых, знаете, не развеяться, не для того, чтобы полюбоваться вашими пейзажами, архитектурой. Люди бегут от войны, бегут от бесконечного количества ракет, которые пролетают над головами ежедневно. Вы же это понимаете? Или не понимаете? Знаете, уже вопрос украинской мовы дійшов до маразма. Сегодня мне звонит моя подруга, она сейчас находится во Львове, хотя сама харьковчанка. И человек чуть ли не в слезах. Она вышла со своим ребенком в парк, на детскую площадку. И ее девочка пошла играться с детками. И якесь, вибачте мене, чувырло, підійшло до неї, пацюк якийсь, і каже: «А чого ти розмовляєш на російській мові? Моя мама мені сказала, що через таких, як ти, Путін прийшов до нас з війною. Ви серйозно? Ви цьому учите своїх дітей? Или вы сами в это поверили уже? У меня, ну, нет никакого ни понимания, ни объяснения вашим действиям, шановні наші співвітчизники.
Вы, дорогие мои, даже пороха не нюхали. Даже представить себе на грамулечку не можете то, что пережили наши люди. Вот это то, что вы смотрели в телефончиках, там по экрану телевизора, это все фигня. Пережить этот ужас, это надо такие силы иметь. А вы сейчас еще тут будете учить украинскую мову. А вы тут еще будете сдирать последнюю шкуру, извините меня, в то время как Европа предоставляет жилье бесплатно. Є, у нас дуже поганий ще один аспект в ментальності – це оборонний аспект. Оборонний. Що як ми працюємо з російською мовою? Ми хочемо що? Кордон поставити мовний, да? Щоб просто нічого сюди не приходило. Оборонна стратегія завжди програшна. Завжди. Тому що при обороні розпочинається боротьба потенціалів. А у кого потенціал більше? У нас чи у Росії? Навіть економічно. Нам треба наступальна стратегія. Тобто російську мову насправді треба робити другою українською, там, да, російський варіант української мови. Да. Може, вона не буде розповсюджена, але треба це сказати і сказати все, щоб ці претензії знімалися. Як австралійський варіант англійської мови. Тобто сказати, що це друга мова Київської Русі, вигадана викладачами Києво-Могилянської академії, вона має, то, і це наша мова, а ви там користуєтесь нашою мовою. Взагалі у нас дуже величезний список історичних претензій за те, що ви її споплюжили там у себе, в Северній Русі, замучений. Наша. Ну, просто її не використовуємо, тому що вона нам надоїла, да, ну, але ж вона наша. І все. Смотрите, що робить Москва. Вони поставили пам'ятник нашому Володимиру у себе на Красній, на Червоній площі. Вони розуміють, що треба наступати. Це наш Володимир на їх Червоній площі. От якщо ми так не будемо робити, насправді війна між Росією і Україною за що йде? За історичну спадщину Київської Русі. Ми маємо наступати, заявляти всьому світу, що це ми, спадщина Київської Русі. Ми. Це продовження безперервної державної традиції за тисячу років. Якщо так буде, якщо ми забираємо себе спадщину, то вони яким становиться? Улусом Золотої Орди, який не має історичного коріння і розпочинається в найкращому випадку в 14 столітті. Якщо вони виграють це, і вони кажуть, що ми продовження Росії насправді, а це от якась там країна полупольська, полувигадана австрійсько-угорським генеральним штабом, то ми опиняємось націю, яка почала генезу національну в 17 столітті, дуже молода, дуже дурна, невпевна і завжди була жертвою інших більш сильних націй. Це тренд їх пропаганди. Тренд нашої пропаганди. Ми, як араби і євреї, претендуємо на одні ті самі святині, вони на Храмову гору, ми на Києво-Печерську лавру. І чия вона буде, визначить усе, насправді. От за це йде боротьба. А лавра навіть не наша, це московський патріархат. Тобто, треба вишибати елементи російської пропаганди і впливу на нас в самому її осерді. Ми цього не робимо. У нас оборонна стратегія. Оборона завжди програшна. Оборонна стратегія під тиском завжди зменшується. Тобто, ми зменшимо українську територію таким чином, наприклад, пропагандистську або психічну. Вплив наш інформаційний до такого хуторянського стиля. От, або мене не трогайте. От Лесь Поддерев'янський, яку він національну ідею запропонував? Ж поважна людина. Отібійтесь від нас, він сказав. Це наша національна українська ідея. Але ж ця оборонна стратегія, вона завжди програшна. Кстати, вот недавно была история, когда Потапа и его партнершу закидали какими-то сельхозпродуктами и освистали за исполнение на русском языке. Да. Вот, разве вот вы можете себе представить ситуацию, что где-нибудь в России музыкантов за то, что они поют на украинском языке, подвергли бы, я не знаю, какому-то остракизму? Вот почему такая разница к подходам? Чем вот вы себе можете это объяснить? Потому что вопрос языка, он болезненный на Украине, и он стратегически важный вопрос. Вопрос языка на Украине это вопрос существования Украины как государства вообще. Вот. Это кто-то понимает, кто-то не понимает, а какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то там, культурных деятелей, либо политических, это все равно политическая провокация, и какая-то власть себе какие-то там очечки куда-то записывает, либо какое-то формирование. И значит, у них какой-то стратегический план, потому что, когда это происходит, всегда есть, кто это сделал. Но, слава богу, где, ну, там, не у нас это происходит, там, ну, страшные вещи, там, я быстро напомню и забудем. Это теракты, и всегда есть, ну, как бы, производитель теракта. То есть это страшная раскрутка. Но тут как бы более мягкая история, там, это кто-то раскручивается, безусловно, какая-то, ну, мы живем в таком мире. Вот, а Потап и Настя, я их прекрасно знаю,
люди как бы популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты, я знаю. Все любят Украину. Они, да, ну, они хорошие люди, но могли бы в Тернополе спеть и на украинском языке, или по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар? Да, нет, у них нету, но могли бы напрячься, потому что я знаю даже русских исполнителей, которые приезжают, ну, на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют, и сразу... Ну, Кобзон сам Бог велел. Ну да, и сразу всем приятно, и, естественно, людям это очень нравится, потому что это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город, и не поет на местном языке, то он рискует получить вот, ну, такие штуки, дивиденды, потому что оно как бы надо учитывать настроение народа. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.